то дальше люди начинают в тех же смс, в тех же сообщениях выяснять друг с другом отношения. Вы уже все это делали. Да? Это проще. Знаете почему? Потому что вы не читаете чужие смыслы. Вы находитесь в пространстве своих собственных смыслов. Вы находитесь в эхокамере. И у вас ощущение, что вы вообще очень все хорошо написали. И вообще просто так сформулировали позицию, что нет альтернативы. Ну, так ясно. Просто звенящая ясность. Потому что вы не конфликтуете со смыслами другого человека. Потому что его здесь нету в наличном поведении, в реакциях на ваши слова, там, в тоне голоса, в, я не знаю, в, просто в близости –